Книга Аввакума, 3 глава, 17 стих. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». 18 стих в переводе послания. «Хотя загоны для овец, без овец и хлева пустые, я радостно пою хвалу Богу. Я поворачиваю колесо радости к моему Спасителю Богу. Полагаясь на господство Бога, я набираю силы и мужества. Я бегу, как олень. Я чувствую себя царем горы. Аллилуйя! Скачите на ноги и скажите, я чувствую себя царем горы. Я поднимаюсь наверх, а не ухожу на дно. Я поднимаюсь наверх, а не остаюсь внизу, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Будьте готовы бегать даже посреди ваших испытаний. Будьте готовы прыгать, как олень в присутствии Бога. Возможно, вы думаете, что сейчас у вас нет поводов для радости, но позвольте напомнить вам, аллилуйя, что ваше имя записано в книге жизни Агнца. Раньше вы были слепыми, а теперь вы можете видеть, поэтому у вас есть повод, чтобы радоваться и веселиться. Бог живой, не поддавайтесь вашим обстоятельствам или вашей ситуации. Радуйтесь в Господе Боге. Аллилуйя. Кто-то надеется на коней и на колесницы, а мы будем помнить имя нашего Господа Бога. Аллилуйя. Мы превратим наши тюрьмы в центры хвалы. Мы превратим депрессию в освобождение во имя Иисуса. Пусть хоть кто-то прославит Господа. Громче и веселее во имя Иисуса. Давайте сейчас сделаем 30-секундный перерыв на хвалу. Во имя Господа Иисуса, аллилуйя, чтобы вы могли рукоплескать и петь Ему. Сегодня вы не сможете просто усидеть на диване. Сегодня мы будем говорить о победе. Это означает, что вам нужно улыбнуться. Это означает, что вы не можете сидеть в рубище и в пепле, какой бы ужасной ни казалась ситуация. Однажды я молился и увидел видение, в котором полчища ада марширует против израильского народа. А с другой стороны, я увидел церковь, которая, как израильтяне, когда-то стоит лагерем. Когда враг стал приближаться, евреи начали славить Бога и поклоняться Ему. Они хорошо видели, что враг приближается. Они сделали то, что шокировало меня в ранние годы моего христианства. Они пели и танцевали. Я видел бубны, тамбурины, видел, как люди прыгали от радости. Я тут же увидел на лицах врага полное замешательство. А затем я увидел, как ряды солдат, такие ровные и упорядоченные, стали распадаться. Постепенно все войско врага, от младших до старших, разошлось. Библия говорит, что мы воюем не против плоти и крови, а против начальств, властей и правителей тьмы поднебесной. А еще Библия говорит, что хоть мы живем во плоти, мы не по плоти воюем. Когда я увидел, как войско врага расходится, потому что евреи славят Бога, я увидел, как они смутились и стали расходиться. Затем я увидел, как поднялся Бог, и все враги разбежались.
И Бог сказал мне, звук поля боя — это звук радости. Если вам нужно, чтобы Бог спас вашего мужа, исцелил ваше тело, принес изменения в ваш бизнес, то вам нужно подняться и воздать Богу крик хвалы. Сегодня, как никогда, церковь должна поднять крик радости. Я понимаю, что у нас карантин, но нас никто не затыкал. Возможно, мы вместе телесно... А возможно, мы и порознь, но вместе мы духовно. И мы можем издать такой звук, который потрясет основание царства тьмы, откроет двери темниц, с рук спадут цепи. А со спин спадут бремена во имя Господа Иисуса. Если вы верите в это, закричите «Аминь». Сейчас, как никогда... Мы должны радоваться намеренно. Радоваться значит проявлять радость. Улыбайтесь за своей маской. Дома маску нужно снимать. Снимите маску депрессии, наденьте маску предвкушения во имя Иисуса. Послание Филиппийцам, 3 глава. С 1 стиха сказано, наконец, братья, радуйтесь в Господе. Далее 4 глава, 4 стих. Всегда радуйтесь в Господе. Я еще раз говорю, радуйтесь. Всегда радуйтесь в Господе. Я еще раз говорю, радуйтесь. 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 Проявляйте радость. Радуйтесь не в условиях или в сложившейся ситуации, а в Господе Иисусе. Радуйтесь тому, что Он все еще на престоле, что Он все еще ваш Бог, ваш Спаситель и ваш Освободитель. А вот что такое настоящее христианство. Мы должны радоваться в Господе и в силе Его могущества. Радуйтесь во Христе Иисусе. Аллилуйя. Всегда радуйтесь в Господе. В хорошие времена и в плохие. В долинах и на высотах. На вершинах и на дне. Когда есть деньги, когда денег нет. Почему? В книге Неемии сказано, что радость в Господе — это ваша сила. Когда вы радуетесь... Когда вы в Господе, вы остаетесь сильными. Если сатана не сможет украсть вашу радость, он не сможет украсть у вас победу. Аминь. 6 стих говорит, «Не заботьтесь ни о чем, но во всем через молитву и прошение, с благодарностью открывайте ваши просьбы Богу». О чем он говорит? Не переживайте, не несите это бремя сами. Возложите свои заботы на Господа, потому что Он печется о вас. Не заботьтесь ни о чем. Не произносите молитвы, вдохновленные волнением. Вместо этого радуйтесь в Господе. В Евангелии от Иоанна, 16 главе, 63 стихе, Иисус сказал, «Все это сказал я вам, чтобы во мне вы имели мир». Возможно, вокруг вас бушует шторм, но вы можете быть спокойным, потому что рядом Иисус. На прошлой неделе я говорил вам, что Он спасает нас от огня, а иногда Сам лезет с нами в огонь и дает нам мир так, что огонь даже не может прикоснуться к нам, и от нас даже не пахнет дымом. Говорю вам, вы пройдете этот период триумфально. Вам нужно держаться поближе к Иисусу. Вам нужно быть в центре шторма, в центре Его воли. И только тогда Его мир, превосходящий всякое разумение, наполнит ваше сердце и разум, потому что с вами Бог. Господь сохранит вас и пронесет вас во имя Иисуса. Аллилуйя! Тогда мир Божий, превосходящий всякое понимание, сохранит ваши сердца и умы в единении со Христом. Христом Иисусом. Скажите, кому из вас нужен мир? Но не может быть мира без радости. Возможно, вы думаете, что сегодня у вас нет поводов для радости. Возможно, как писал Аввакум, ваши хлева пусты. Каждый день мы читаем в газетах о том, что люди остаются без работы. Компании закрываются, но для вас еще не все кончено.
Бог все может перевернуть. Бог может принести победу. Возможно, у вас нет естественных причин для радости, но сегодня вы можете радоваться в Господе. Аллилуйя! Господь царствует. Он всемогущий. Он может спасти вас. Книга Исаии, 61 глава, 3 стих. Иисус пришел позаботиться о горюющих на Сионе, дать им венок красоты вместо пепла. Повернитесь к своему мужу или жене и скажите: «Дорогой или дорогая, сегодня новый день, масло радости вместо скорби и одежду славы вместо духа отчаяния, и назовут их дубами праведности, насажденными Господом, чтобы явить Его славу». Мы не должны позволять этому коллапсу возложить на нас тяжелое бремя. Давид говорил самому себе: «Что печалишься, душа моя? Надейся на Господа». Когда мы сводим свой взгляд с Иисуса, мы теряем надежду, а также мы теряем повод для радости. Я понимаю, что сейчас тяжело, а иногда может быть очень тяжело и очень горячо, как было с Сидрахом, Месахом и Абденаго. Но Бог был с ними. Он вошел к ним в огонь и поддержал их. Давид сказал: «Даже если я пойду долиной тени смертной, не убоюсь зла, потому что мой Бог со мною. Твой жезл и твой посох успокаивают меня». Но уже переходите в состояние мира, который превосходит любое понимание. Но двери в этот мир — это радость. Вам нужно облечься в одежды хвалы, даже если вам не хочется хвалить Бога. Когда победа кажется потерянной, а ваша вера слабой, когда кажется, что ничего не происходит, и у вас ничего не получается, именно тогда нужно принять решение: «Я буду радоваться в Боге моего спасения. Господь — сила моя и моя скала, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя!» Может кто-то у себя дома воздать хвалу Господу? Может кто-то начать танцевать для Него? О, аллилуйя! Моя радость в Боге, а не в моей ситуации. Я имею победу благодаря тому, что сделал для меня Иисус. Я радуюсь тому, что я все еще жив. Я радуюсь тому, что у Бога все под контролем. Я радуюсь тому, что Бог за меня, а не против. А если Бог за меня, то неважно, кто против меня. Я радуюсь тому, что знаю, что Бог поднимется, и мои враги разбегутся. 67-й псалом, 2 стих говорит об этом. «Да восстанет Бог, да рассеет своих врагов, да побегут от Его лица ненавистники Его». Мы увидим это в нашем мире. Враги Бога убегут. Все злые планы и замыслы рухнут. Они падут от Божьего вмешательства. И по всей земле пронесется пробуждение. Аллилуйя! Подобно тому, как развеивается дым, развей их, как тает воск от огня, пусть пропадут нечестивые от лица Божьего. Что нужно нашей планете? Нам нужно излияние Святого Духа. Нам нужен сам Бог, а Он приходит, когда люди собираются в единстве и когда они восхищаются Божьей благостью и милостью. Бог никогда не приходит туда, где люди ропщут, жалуются и критикуют. Нам нужно изменить наш подход. Нам нужно изменить то, во что мы верим и что мы говорим. Нам нужно изменить климат в мире, изменив климат внутри нас. Аввакум пишет, что у него все плохо. Нет ни овец, ни быков, ни урожая, ни вина. У него нет абсолютно ничего. Но он говорит: «Я буду радоваться в Господе. Я присоединюсь к Богу моего спасения. Господь — моя сила».
Господь — моя победа и мое убежище. Он сделает мои ноги, как у оленя. Это означает, что Бог может поднять меня на высоты. Бог может сделать так, что я буду перепрыгивать с преграды на преграду. Бог обратит мои камни преткновения в ступени к успеху. Бог сделает так, что я забегу на гору во имя Иисуса. Бог поднимет меня из вязкой глины. Бог укрепит меня прямо посреди бури. Бог будет продвигать меня посреди бури. Бог окружит меня своим благоволением во имя Иисуса. А вот почему я радуюсь. Потому что моя надежда в Боге. Аллилуйя! Какой бы вы ни были деноминации, воскликните сейчас «Аллилуйя!» Ну же! А праведные пусть возрадуются. Пусть веселятся перед лицом Бога и ликуют от радости. Когда-то я приходил в церковь, и там все мило и спокойно пели. О, нет-нет. Нам нужна в церкви совершенно другая атмосфера. Нам нужен другой дух. Нам нужен дух хвалы. Нам нужен взрывной дух веры. А ваша вера проявляется в вашей хвале. Авраам укрепился в вере, воздав славу Богу. Мы не можем молчать, потому что камни начнут говорить. Мы не можем оставаться в могиле. Нам нужно подняться из могил и сделать шум на планете Земля. Как царь Иосафат и Иудея, мы должны славить Бога прямо на поле боя. Мы должны верить, что это не наше сражение, а Божие. Нам нужно верить в Божие вмешательство и молиться об ответе. Скажите «Аминь» во имя Иисуса. Итак, книга Неемии, 8 глава, 10 стих. «Не печальтесь, ведь Господня радость, ваша сила. Не печальтесь». Какое сильное «Аминь». Очень просто поддаться духу этого мира, духу печали. Пастор, вам легко говорить, но вы не понимаете. Нет, я понимаю. Вы думаете, пасторы живут не в этом мире? Думаете, у нас не бывает трудностей своих великанов? Вы думаете, церкви, закрытые более 4 месяцев, не являются проблемой для множества служителей, как и вам? Нам приходится выходить из-за кафедры и переходить к личному христианству. И нам тоже нужно верить, что Бог реален. Потому что именно в период трудностей и испытывается ваша вера. Именно поэтому в книге Иакова, 1 главе, сказано «Почитайте это радостью, когда проходите различные испытания и трудности». Ваша вера будет испытана, но именно она проведет вас. Это не философия, не какие-то методы. Это вера в живого Бога. Это вера в Бога Спасителя, Освободителя и Обеспечителя. Наш Бог — крепкая скала. Во имя Иисуса воскликните «Аллилуйя!» Когда Бог берется за вас, все меняется. Абсолютно все. Нам нужно привести это поколение к Богу. Я сказал, нам нужно привести это поколение к Богу. Они должны строить памятники. Их гнев должен перерасти во что-то другое. Пробуждение принесет им любовь Божью и заставит менять этот мир. И мы знаем, что Бог будет использовать Африку в это последнее время, чтобы принести пробуждение всем народам Земли. Так что Азия, Америка, Европа, Южная Америка, Австралия. Бог будет поднимать людей из Африки, и они принесут пробуждение всем народам мира. Аминь. Во имя Иисуса. Последние станут первыми. Униженные поднимутся на высоты в это последнее время. Брошенные будут продвинуты Богом. Но пусть ваши глаза будут на Иисусе. Не пытайтесь добиться этого своими собственными силами. Обратитесь к Нему, и в мгновение ока Бог начнет поднимать людей. Поэтому нам нужно разводить огонь. А как мы можем развести огонь? Поддерживая атмосферу радости. Нам нужно поддерживать в церкви позитивный настрой. Если мы не позволим Богу исцелить нашу боль, то эта боль превратится в гнев, разочарование и бунт. Со мной тоже так было. Я могу рассказать вам множество историй. Да, кожа-то у меня белая.
но мне также причиняли боль. Мои родители развелись, когда это было непопулярно. У нас были трудности. Отец оставил нас, и мы росли только с матерью. И в 12 лет я начал бунтовать. Я убегал с ребятами постарше, и моя жизнь начала разваливаться. Никто не мог изменить меня. Люди пытались, но я дважды был в приюте и много раз в больнице. У меня швы по всему телу. Я падал со всего, что только возможно. Но потом пришел Иисус. Возможно, вы сегодня еще не знакомы с Иисусом. Возможно, вы сердиты или разочарованы. Это не важно. Это начало. Он сам начало и конец всего. Сегодня вы можете произнести простую молитву и прийти к Иисусу. Поэтому повторяйте за мной, скажите: «Господь Иисус, я возвращаюсь к Тебе. Я открываю мое сердце и приглашаю Тебя войти. Будь моим Господом и Спасителем, омой меня своей кровью, прости мне мои грехи. Я верю, что Ты Христос, во имя Иисуса». Всюду в Библии сказано, что у каждого христианина должен быть дом. У каждого христианина должен быть пастор. У каждого христианина должен быть лидер. Каждый христианин должен находиться под духовной властью. Каждый христианин должен быть строителем. Каждый христианин должен участвовать в жизни церкви. Каждый христианин должен быть молитвенником. Каждый христианин должен быть даятелем. Нет ничего подобного семье. Ничто не сравнится с семьей, ничто не сравнится с домом, ничто не сравнится с церковью, ничто не сравнится с местом, где вы спаслись, где вас учили, где вас любили и где вам помогали в ваших проблемах, когда вы этого не заслуживали, где вас кормили как младенцем. Не нужно становиться гордым и настолько высокомерным, чтобы считать, что теперь вы лидер, и теперь ваш пастор в вашем городе или деревне больше не может научить вас чему-то. Нет, вы выросли, и он тоже. Он вынужден был расти, чтобы кормить вас. Он пытается привести вас в ваше предназначение, вывести вас из вашей обиды и повести вас дальше того, что вы переживаете сейчас. Помните, у каждого поколения одни и те же проблемы.